насколько хорошо мне видно. Пришла пора некоего отсчета работы ферритовой антенны. Вот она, на фотоштативе, вращается, крутится. Измерений никаких приборов нет, будем проводить на слух по приемнику Казахстан. Ручка регулировки частоты резонансной. Приемник. Антенна не в резонанс. Сейчас настроена, слышите тишину полную. Будем настраиваться на мощную радиостанцию «Голоса России». Вверх по частоте. Ну, на частоте где-то близко нахожусь с радиостанцией. Переворот. Он легко достигаемый для поколения того времени. Конечно, то, о чем вы говорите, усложнившееся... Ну, настраиваемся дальше. Открытие новое, конечно, квантовую физику, воспринять ее значение сложно. Абсолютно согласен с вами, необходимо, и очень образно нам объяснили. Очень... Да, забыл рассказать, наблюдение проводится в Воронеже, окраина города, промышленное предприятие, это мой кабинет. Смотрим на правильные свойства. Предварить этот вопрос тем, что хотел бы узнать ваше мнение, вот правильно ли здесь изложено тоже своеобразное картина. Вот смотрите. Практически ноль. Практически ноль, соответственно, перпендикуляр к нулю будет максимум. Это второй этаж. Третий – это ваша галактика, Млечный путь. Четвертый – станция очень мощная и не самая показательная. Более показательные результаты работы ферритоантенны в слабых станциях, в частности, радио Украины, в районе 1400 кГц. Сейчас я вам продемонстрирую. Мы слышим характерные шипы. Давайте от них отстроимся. Специально сделаю погромче, чтобы вы слышали. Мы теряем сигнал, но пропадает и шипы. Ну, на мой взгляд, шипы практически ушли, а уровень сигнала можно прибавить громкости. Еще раз. Вы пожалеете, когда позволяют свои слова. Но вам его долго знать, что ваш связок с интервалистом был даже почти ниже, ниж просто читание забороненной литературы. Вам будет ниже щиром, все вы признались. Я не знаю. Трюк прием весьма комфортный, и в этой ситуации неплохо. Можно послушать радио. Никто не сам захватил не морочит, не волен. Еще одна иллюстрация. Есть внешняя антенна. Это метров 15 веревка на крыше здания. Давайте я поменяю антенну. Ну, безусловно, уровень сигнала выше. Безусловно, уровень сигнала выше. И... разбирать гораздо тяжелее. Обратно возвращаясь к ферритовой антенне.